если я буду на них смотреть, то какой-то момент меня осенит. Интуиция. Старший офицер решил помочь нам в расследовании. Ладно. Значит, ты убил не всех этих женщин. Я никого не убивал. Хорош отпираться. У нас же есть все доказательства. Слушайте, не нужно мне этого дерьма на рисовом поле. Да о чем вы? Я же говорил вам, что Кван Хо невиновен. Это достаточно профессиональный способ убийства. Он не спешил. Набивает руку. Всем оставаться на своих местах! Стойте смирно и ничего не трогайте! Это следы настоящего убийцы. Ты часто такое видел в Сеуле? Никогда. Запротоколируй все, что она сказала. Да. Эй, ты знаешь, что журналисты только и ждут этого! Этот мерзкий ублюдок скоро совершит новое преступление. Следующей дождливой ночью. И мы с вами должны быть на один шаг впереди него. Зачем ты к нам приехал? Чтобы убийцу поймать. Ну что, полегчало? Он никого не убивал! Больше не виновен! Я вас сейчас! Расскажите, как все было в подробностях.